На связи Планета Авто. Сегодня покажем вам обзор на вот такой вот прекрасный автомобиль Джили Манжаро 2023 года выпуска. Силуэт кроссовера Джили Манжаро олицетворяет уверенность и мощь одновременно. Агрессивная решетка радиатора с вертикальными линиями, оптика оригинального дизайна с двойными горизонтальными ходовыми огнями, запоминающиеся и узнаваемые черты Манжаро. Под капотом у нас современный 4-цилиндровый турбированный двигатель объемом 2 литра и мощностью 238 лошадиных сил. За счет современных технологий разгон у Джили Манжаро до 100 км в час составляет всего 7,7 секунд. При таком динамичном потенциале двигатель достаточно экономичный. Расход в смешанном цикле составляет всего 8,5 литра. Джили Манжаро оборудован 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Это классический автомат с гидротрансформатором, предоставляющий максимальный комфорт в сочетании с низким расходом топлива и плавным вождением. Данный автомобиль представлен в максимальной комплектации, и поэтому он оборудован всеми необходимыми современными функциями. В данном автомобиле у нас присутствует трехзонный климат-контроль, множество зимних опций, что необходимо и актуально в настоящее время, также цифровой мультимедийный интерфейс, проекционный дисплей, также дублирование экрана смартфона. Комплектация эксклюзив, которая включает в себя ряд уникальных элементов. Отделка салона черной кожей и замши изумрудного цвета, замшевые вставки на сиденьях, передние панели, дверных панелях, декоративные элементы бронзового цвета, автомобильные ключи изумрудного цвета. Объем багажника у Джили Манжаро составляет целых 562 литра. А если сложить задний ряд сиденья, то получится 1500 литров. Джили Манжаро 2023 года ждет тебя в Планете Авто.